Рудик. Рудик. Что? Возьми Марта, Рудик. Рудик, возьми Марта. Вот такой у нас 8 марта. Мы сегодня на плантации. Приехали помогать дедушке садить редьку. Дедушка Вова нас поздравил. Самые, да, самые стойкие это мы. Самые лучшие в мире дедушки. А потом мы поедем в лес. Вот так. Сейчас если поработаем. Поедем, если сил хватит, поедем. Мы поедем. Масштаб, который нужно засадить. 3 грядки редьки. Ой, все ждут редисочку, но чтобы она была, ее надо сначала посадить и вырастить. Да, семейка еще не в сборе. Семья еще та. Семья не вся в сборе. Есть еще отстающие. Есть окошечки на запись на редис. Так что всем желающим welcome. Как вам работа? Супер работа. Так, мы пришли в лес. После идем по лесу. Дружной посадки редьки мы вырвались все в лес. Привет! Всем привет! Солнце, поздравляю моих подписчиц с 8 марта. Поздравляю всех валенных подписчиц с 8 марта. Всех девочек и мальчиков. Особенно мальчиков. Все? Выберем полянку и устроим маленький пикничок. Насобираем подснежников. Насладимся атмосферой леса. И потом поедем домой на чай. И она пошла на технологии. Аня! Мы там компании гуляют. Поздравляю всех моих подписчиц с 8 марта. Девочки, с праздничком! Аня, поздравляю всех моих подписчиц с 8 марта. С 8 марта всех ваших подписчиц! У Серёни шампанское, Кавин поздравляю. Серёня, поздравь всех моих подписчиц с 8 марта. Меня пчёлка та смущает. Девочки, всех с праздником весны. О. Улыбайтесь, как сегодня солнышко. О, Бодик. Шампанское. Открыла. А ты поздравляешь с 8 марта? В машине. Конечно. В машине. Передаю всем оставаться так же самими собой. Прекрасным. Превосходным. Обязательно. Саня. Скажи, мои таинственные кружки. Давай. Занимайтесь спортом. Всем спортом. Саня, ну поздравь. С 8 марта. 8 марта поздравляем. Все, мы нашли подснежники. Сейчас мы будем их рвать и собирать. А рвать и метать. Только без луковиц, Анечка. Почему? Ну потому что. Ну либо будем тогда дома сажать. Смотрите. Первый пролесок. Как и мне его рвать? Под самый корень. Ой, ух. Под мы самый с... корень. Ты, можно я не знаю? Он мой, я пошла другие, попробую. О, держи. Как? Что я? Ты вырвала? Ну ты себе на кучку собирай, я себе. Ну, так это ты вырвала. Ну, на. Давай. Потом тебе эсмели. Вот такие красотульки растут. Вот такие красавцы. Как красиво в лесу все-таки. Прям душа отдыхает. Пролесков много, но они уже все абсолютно раскрывшиеся. Но все равно глаз радуется. Очень приятно в лесу. Что вы нашли? Поляну. Поляну? Бабушка же говорила, что тут все синее.
Действительно, да, глянь, все синее. Девочки, это такая прелесть здесь у нас. Давай. Приезжайте к нам. Сейчас мы нарвем и пойдем к АТБ продавать. О, будьте коровка, смотри. Копейка-копейка называется. Знаете, так? Сейчас, мам, подожди. Моя кумка за. А ты ее взяла, чтобы ты сняла. Шо, давай. А, она падает. Кто? Где коровка? Где? Где она? Она упала. Где-то там. Смотри. Не бросай меня, а то меня украдут. Угу. В смысле? А мы... Дело-то ничего. Укроп! Я нашла укроп! Да не укроп, Аня. Где, Ань? А, ой, вид бесподобный. Все синее. Миллион, миллион, миллион. О, божья коровка. Синих пролесков. Смотри, блин, опять упала. Мальчики пошли, заберут машину и объедут сейчас. И возле Самары мы встретимся. Вот, сними, какой у меня уже букет. О, шикарный букет. Если если еще мой добавится, три. И крестный, смотри. О, а ну, класс. Подставляй, только не вставляй, просто смотри, рукой. Смотри, какой у нас букетище. Ой, у меня что-то торчит. Прям супер. Супер, супер. Не отвлекали. Аня, ну зачем ты затовлена? Девочки, хочу, но не могу передать вам аромат. О, боже, как они пахнут. Доця, Доця, понюхай. Вообще! Бомба. Ой, какая прелесть. Прелесть не то слово, прям. Куда мы их положим, водичку? Никакие подарки не заменят. Конечно. Атмосферу лета, да? О, лето, леса. Смотри, что здесь. Здесь окопы. Болото? Ты нашла болото? Крокодилы живут. Нет, боже, как сколько мусора. Это выкапывали землю для чего-то. Для мусора. Ну да. Друзья, товарищи, вам нравится гулять по лесу? Вот тебе Самара. Да. Фоткай нас, не надо нас. Сейчас. Это задняя часть, да? Наши мальчики учились вождению. А, не, не учились. Не, за о, за рулем. Я думала, мальчики за рулем. Куда мы пойдем? Покажи, Бикотик. Бику, букетик. Ну, покажи. Я в ту грязь не полез. А там прохода нет дальше. Бику, там нас... прохода нет. Там завалено. Нас окоры кричат. А ничего, что тут грязь, Аня, куда ты пошла? А куда мне идти? Нам надо выбрать место... Надо съехать просто где-то, полянку выбрать. Место дислокации найти. Полянку, ваши варианты. Я хочу посидеть. Я нашел полянку, вы сказали не так. Так мы туда не проедем. Это какое-то болото здесь, девочки. Ну давайте, решаем. Где мы это базируемся? Если там хорошая дорога. Мы там не проедем, там завалена дорога. От заваленной дороги до полянки далеко. Пешком, там на машину бросить нет. Он нас не кормит. Аня, выйди с грязи. Мальчики, вы накатались? Там нет, но поехать. Мы не только сели. Ехать потом. В лес. Вы Вову учили? Там куча мест. Серёня, мы иди уже сюда. Идти не можем, мы уже устали. Да седать что-то поехали. Как мы все сядем? Как мы все сядем? Там где-то съехать в лесу. Куда вы поседали? Куда вы сели? Так, не влезет. Мы пытаемся втесниться. Валя, ну я такая забавная. Вот так, подожди, мать, ногу мою забрать. Это мы так переезжаем с места в место. Скажи это, папа еще на руках я наезжу. Мальчик Богдан, 18 годиков. 1.86 м. Ой, машинка. Нашли полянку. А? Мусор уходит. Мусор. Ё-моё, ну что ж мы не можем выбрать место?
Мусорка там. Ой, ну тут хоть солнце. И мусор. А дальше? А дальше больше. Ай, как некрасиво. А дальше чуть-чуть пройтись. Тут дорожка. А машину сюда нельзя поставить, чтобы мусор закрыть? Да. Я сюда ехать. А я толкать потом не буду. Давайте вот тут здесь. Ну тут дорожка, правда. Давайте вот, вот здесь, где костер. А, ну хотя там костер, да. Да, вот там беля мусор. И пенька нету. Пенька поставлю, так пенька у нас нету. Сейчас, в общем, мы нашли полянку. Наконец-то. Палим кострик. Мама, не кидай. И сейчас будем не жарить сосисоны. Сардельки. Вот такие. Огурчики. Сардельки. И шампанское. Пить? Пей. О, давай пожарим маршмеллоу. Конечно, найди. А, а, ну можешь и шампур на низ. Да, вообще надо эти... Шампур возьми. Вот шампуры. Так они большие. Дашь веточку найди какую-то. Веточку? Да. Какую? Да. Какая тут тишина. Красота. И никого нету. А мы кого-то потеряли. Вова ушел в туалет. Наверное. Он обещал вернуться. Да, он обещал насрать и вернуться. Опа. Вот такой у нас, как это сказать правильно? Походный мангал. Походный мангал, да. Минимум места. Мальчики. И максимум удовольствия. И максимум удовольствия. А мальчики бухают. Мальчики, что вы пьете? Чай. Чай. А я буду жарить маршмеллоу на веточке. Давай, нанизывай. Саша чай делал. Профессионал. Я хочу пока одну пожарить, потом посмотрим. Пожарь. Лянь, костер поменял, ветер. Аня, ты спалишь просто такой большой. Дровеняшку сейчас и все. В смысле спалишь? Ну, сейчас подивись. Не спалю. Ну, и надо. Да ну, Ля, хватит. Хватит? Что ты за дом? Ты на веточку? Так. Попробуем. Не сгорит вона. Только не на это, да. Не прям в огонь, а так. Я ее пытаюсь обертать. О! Наша добытчица. Боре! Перестань, бать. Я тебя вырежу. Не из кадра. Я в таких... А у нас это, смотрите, пакет висит варуса, как флаг. Не могу, он горячий слишком. А ну замочим. Мальчики, вы дров насобирали? Что ты ешь? Покажи, покажи, что ты ешь. Покажи, покажи. О, печенье с огурцами. Там огурцы потекли. Ну и слава богу. Уже жарко. Что у нас есть пожрать? Пожрать спрашивают. Все хотят есть. А по печенье с огурцами. Огурцы потекли. Не надо, Настя. А стаканчики? Вова, а, есть стаканчики. Там все 10 штук всего. Где мангал, точно? На три вещи можно смотреть, да? Как горит костер, как течет вода, и как мы ищем поля. И как мы ищем место, где остановиться. Как работают другие. И как работают другие. Вот кроссовок чей-то нашел. О. Кто будет пить еще? Не, не хочу. Я буду ждать сардельку. Я буду пить. Серёжа, мы... я специально спросила. Такой мини-мини этот перекус. Пока человек надумал, жинка уже... Мы всегда, когда ездим, да, то берем стол,
Мы летом всегда ездим. Сейчас еще это на землю не сядем. Что с губами? Все, что в порядке. Травы, бачишь? Угу. Химия. Дуся, тебе нравится в лесу? Дуть. Что, много, блин. Не ешь такое горелое. Почему? Да ну зачем? Ну, о, сосиски, не как сардельки. Вместо обещанного шашлыка. Еды мои такое. Едим то, что осталось. Смотри. Моя маршмеллоу сгорела. Девочки, это огонь. Нет, я не буду выкидывать. Я палочку оставил подарок. Вот так? А сколько? Я тебе другую попробую. По две штучки. Сколько? Ну, давайте по две. По две. Девки, завидуем молча. Семь шампуриков по подожди, две. Подожди, по две. Каждую, чтобы взял а шампурик. Кто держит? На, пап. А кто будет держать? Пап. Куда их? Кто? Может, два кирпичика и туда положим? Да нет. Не, а как? А там поставить давай можно подставку. На, хай Боба держит. Семь шампуриков. Да, умножишь семь. А хватит там? Да, да, да хватит. Даже если не хватит. Поделись ближе. Вот это мусор? Мам. Кого мусор? Не хватит? Сосисек? Не, не, вот нет, это не хватит. Ну или мы серию там по полторы зиму, господи. Три на одну. Чего, не хватит шампуров? Не хватит. По две. Все, хватит, пять шампуров. Эть! Вот еще один шампур лежит. Сосисек не хватит. А. Мы серию напополам. Мы ж просто много не едем. Только самые большие. Я тебе даю, а ты... Я вообще могу одну. Да я пошла. Ничего не одну. Где помыть руку? Сань, попробуй. Давай, сикарю. В смысле, мама, это маршмеллоу. Да нет. Ой, опал. Да ты шо? Так нет, мама, мокрые салфетки надо. Ну, надо в машину идти брать. Эй, номер сломай. Сопли. Шесть шампурей. Шесть. Буду шесть шампурей. Одна с тремя. Не. Будет если по два, только 6 штук. Подожди, все, да. А что это? 12 штук. Да снимем, потом поделимся. Не-не-не, да. А давай об голову. Ну, я имею в виду, что по два на низы. А мы потом поделимся. Ну, главное, в машину уже папа сейчас будет. Об голову, говоришь? Куда ты хочешь? По водичку надо. Чай, оп. Я подержу. А ты с ней по водичку. И что теперь куда их? Ребят, зачем? Фотографировать. Пошли, папа. Ну, досталось я Сергею Юрьевичу. Буря, пожарь, огурец. Не надо огурцы жарить. Хлеб можно пожарить. Да. Кстати, а вкусный? Вы пробовали жарить этот маршмеллоу? Салфетки можно пожарить. Mm, вообще никак. Да ну я в бане. Ну он бачит. На руку его Ани не. Ну давай же скрывай. Шоколадку. Ани не руковать. Суровое детство Анечки. И как оно по траве, Ань, едет? Так, я просто боюсь. Чего ты боишься? Кого? Буксует. Тут неровная дорога, потому что... Да потому что... Да потому что. Потому что. Веточка, помоги мне. Да не туда ты. Да. Сгибаешься надо мной. О. Это лучше. Да ну так страхово. Вот так вот нормально. И чё? Трава мешает ему ехать. Не сдаёмся. Нормально. Надо по, да, по ровной дороге, по плитке, по асфальту. Ты слышишь, как птички поют? Да. Классно. Вот так. Церковь. Видно? Не, отсюда не видно там. Не, ну если присмотреться, видно там. Вон там. Монастырь. Вот так надо делать. Давай, учи. Учи, учи, как надо. Кататься на гироскутере или креститься? По траве. Я у нас на лужайке когда-то каталась на гироскутере и забуксовала, а потом такая... Помогите. Просто дай мне руку. Так поехали. Ой, коровка. Где? Пятая! А, точно! А ну интересно. Божья коровка.
Есть? Класс. А ну дай я подниму чуть-чуть. Видно? Угу. У меня дома такая живет. На окне. А, на окне? Она меня когда-то обоссала и укусила. Все, ползи дальше. А я поеду кататься по земле. Ой, посмотри, какой дым. Ой, полетела. Дым. Посмотри, какой дым. Ага. Паучок. Что будем на шампурах жаривать эфирки? Куда-то надо наехать. Я тоже хочу пожарить эфирки. Но у меня одна сгорела. Но я чуть-чуть покатаюсь, потом пожарю. Mm-hmm. Бодя! Ты все не это, не жарь зефирки. Мальчики, когда вы уже будете жарить? Смотри, не наступи, я переживаю. На кого наступи? На сосиски. Солнце, ты устал? Нет. Нет, сразу. Нет. Прям картина маслом. Солнце и огонь. А-а-а. Что? Моя коробка. Да я уже устала, Аня, считать твоих коробок. Солнце. А-а-а. Ты устал после редьки? Нет. Скажите, расслабляет, да? Оставьте нам один этот, одну термочашку с чаем. Ну, понял. Угу. Вы что-то хотели? Мы снимаем природу и вас. Ой. И Кавказ. Запечено хлеб. Настоящие тосты. У меня уже слюна течет. От хлеба? От всего я есть хочу. О, одежда сиська, да, папа? Крёстная, папа, будешь? Крёстная. Ты рада, что мы в лесу? Да, очень. А после редьки особенно, да? Глаза припухшие. Дорогая, после редьки. Кимы, огонь. Можно двумя печеньками вот так прижать и такая... Да. А ты рада, что мы в лес вырвались? Сань, да не надо. Ну, ты хорошо. Хорошо, переверни, потому полчаса что выбрали одна сторона место. Вже чорна. Ну, крутни його. Ти ж бачиш, це ще нормально. Це вже почернівше. Це ж тост. Вот така вкуснятина. Ложе. Ложе. Можна на этом, на Аніному скутері посидіти. Ні, дорога роздалка. Ой, жалко, так і скажи. Слышишь, да, кто-то зефиринку уронил. Кто-то это, папа. Анечка, садись, а посиди на это. Конечно, папа. Жалко, да, да, папа да, сделал. Жарить надо. Сиденье. Фу, все на меня. Фу, отходи. Как? Только рюмка водки на столе. Ветер плачет под окном. Какое-то новое, да. Не было. Раскупили. Разобрала? Да. Да. А наш штопор нам. А можно я открыть? Прикинь, если тут штопор надо. А там не, есть не, 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 не. Нет, это шампанское. Не, не надо. Мам, смотри, какая красота. Не горячая? Это можно прям красиво сделать, да, Вов? Оно еще мягче. Вот, сделай красиво. Как чтобы кровь. Потом вообще нам ничего не перепало, да? Так надо стаканчик, я вдруг сейчас оно выплюну и пенку. Да это шампанское обычное, просто такое. Стреляй вот туда, вот туда. Давайте, 8 марта! Давай! Ну что, девочки? Давай. На гироскутер, давай. Поздравляю вас. Я одна с победой. С 8 марта! Держи пальчиком. Саша, стаканчики дайте. Сань, помнишь, як ото в этом? Валюш Поповичі там, де вони ото підкинули шишку. А чо, романтика? Ну, капець. Свадьба. Я хочу додому.
Свадьба Малинки. Будя, ты будешь? Нет. 8 марта. Ура! Ура! Красивая. Класс. И шоколадку, Саш, дай по кусочку шоколадки. По маленькому такая, скажи. Любі наші друзі, сьогодні я вас хочу привітати з Міжнародним днем жінок. Хочу побажати вам залишатися такими ж такими ж чарівними, прекрасними та залишатися самими собою. Дякую. Дякую. Зі святом, любі друзі. Зі святом, давай, Тёмик. Спасибо. Давай. Я не целуюсь. Сонечко, спасибо. А Серёня? Трезвый спорт. Ты пьёшь такое? Чего? Я занят мясом. Фанту. Налейте фанту. Чистый. Дорогая. Вот это нам сегодня подфартило, да? В лес вырваться. Мы с ней. Дорогая, и ты, конечно же. Сосисками накормили. Мальчики. Хоть сосиськам нас накормили, мальчишки. Ой, какая разница, шашлык, сосиски. Что мы шашлыка мало едим? У меня он налито. Да, мальчики? Да, какая конечно. Разница, шашлык, сосиски. Главное, что мы... Главное внимание. Да. Что ты говоришь, Саша? Скажи, какая разница, Мерседес, Москвич. Ну что вы, машина, да? Я вот честно я благодарна, что мы хоть вообще в лес выбрались. Жаль, только не снимала, пока мы искали это место. У тебя как микрофон. Микрофон. А вообще весь список. Так, давайте, с праздником нас. Пусть у нас все будет, мальчики. Валя. Подожди. А я не возьму. Чтобы у нас все было. Спасибо. О, шикарно. Молча. А как ты будешь есть, вопрос? Молча. Смотрите, какие сосисоны. Валя, я попросил горчички, там что-нибудь. Я забыла, я очень быстро собиралась. Зато вообще... телефон не забыла. Телефон не забыла. Ух ты. Капец, Вова. Стреляй. Аж до мене. Не, ну сочный, добрый. Вкусный, да? Mm. С праздником! С праздником, мышка! Гироскутер. Главное, что на гироскутер. Мы увидели коня. Мы коня увидели. Побежать. Пробежали. Дорожка. Не спеши. Мы увидели коня. Еще один, смотри. Вон. О, белый класс. Он, значит, черный. Мы в дубовом гаю. Подожди, вы не туда пошли, сюда. Лошадь какая красивая. Белый. Черная и белая. Белая там в глубине. О, класс. Погладить зебру. Да не, он дикий же. Ну, не дикий, он нас не знает. А он вообще привязан? А? Он вообще привязан? Конечно. Сюда можно ходить? А что ж не нужно? У нас здесь монастырь вон. У нас? Ну, в городе монастырь. Стой. Не, пошли ближе, чё? Нет, стой, будем просто общаться. Пошли ближе, он на цепь. А, он не привязан. Да ну стой. Класс, да? Это девочка. Это девочка. Ты откуда знаешь? Ну, знаю, вижу. Таня, не надо. Пошли ближе, он ничего не сделает нам. Пошли. Он себе кушает на этом стоит. Он сейчас как покушает. Да он дурак только, что к нему подходят, внимание оказывает. Стой, все, мама. А он, смотри, белый. Становись, у него глаз какой-то, непонятно. Он белый конь. У Дори, они смотри. Без привязи смотри, ходят. Смотри, как грива развивается белая. Ага, класс. Ой, какая красота. Иди ко мне, моя цыпочка. Поскатим до дому. Конь, о, лошадь. Красиво, да? Луна. Это монастырские луна, лошади. Смотри. Ага. Вон луна. Монастырские лошади гуляют. Там лес сосновый. А это хоздвор монастыря. Здесь они держат животных.
столовая у них здесь есть. Все, пошли. Аня близко не захотела подходить. Это ты вообще-то ты слишком близко. Говоришь, не идем близко. Потому что он без фриберги, мама. Если ты на боишься? Нас наорет кто-то, то мама. Вон смотри, люди гуляют. Что? Они гуляют, мам. Это те люди или кто? Мне ж не против. Но Бодя правильно стоит за машиной. Готово. Все, едем домой на чай. А потом за мальтийской болоткой. Смотри. Ух ты, лепёха. Здесь был конь. Это корова. Это котлета. Кстати, из... в этом монастыре и коровы есть. А смотри, какая качеля. Видишь, крутится. Дядя он крутит. Я хочу там покататься. Это для лошадей. Вот там он. Та привязана. Я думаю, туда лошадей это, привязывают. Это котлета с Макдональдса. Только в личном виде и... Тхне. Бифштекс. Да? Угу. Вон наши мальчики нас ждут. Не захотели идти на лошадь смотреть. О, аромат тут такой, да? Можно я заберусь на эту гору? Там заберись. А можно туда, да? Да, и только что недавно звонили колокола. А куда бежать-то? Ох, и запах здесь, аромат. Фу, костбур воняет. Ой, замечательный денек. В лесу погуляли, речку посадили, подарки получили, подарки покажу дома. Так, крест монастыря. Ань, не делай так. Сбежать? А? Сбежать? Ну, сбежи, только смотри машины, чтобы там не было. Птички поют, солнце уже садится, и мы уезжаем домой. Такая асфальтная дорога. Вся? Сейчас вам покажем, какие нам подарочки дарили. Так, Аня, показывай, картина. Раскрашивать по номеркам. Да, вот такой... Должен песик получиться. Аня уже начала. Еще профессиональные кисточки. Так, крестная подарила кисточки. Угу. Потом еще масляные краски. Масляные краски, да, подарили Ане. 12 цветов. Угу. Потом еще выращивать. А ну покажи тюбики там, открой, какие они. М-м-м. 12 цветов, да? Угу. Классно. Так, дальше гуашь подарили. Кристаллы. Кристалл выращивать. Угу. Гуашь. Кристалл. Угу. И гуашь. Вот такая гуашь. Сколько здесь цветов, Анечка? Ну, покажи. 9 цветов. Угу. Дальше пряник с 8 марта. Да? Еще один пряник. С Мишкой вот такой. Ай, классный. Потом такой пряник еще подарили. Так, что еще? Так, дальше подарили мне шампунь, гель подарили, тапочки. Какие красивые тапочки, розовые. А мы сними кулечек, потяни сюда. Вот такие тапочки с бантиками розовые. 38-39 размер. Как раз мой размер. Замечательные. Так, теперь такую коробочку конфеток от Милк. Еще вот такие шоколадки дарили Миллениум. С орешками. С кокосом Милка. Очень вкусные. Люблю две эти фирмы. Самые лучшие шоколадки у них. Так, еще подарили вот такую шоколадку нам. Тоже с кокосом. Все, как мы любим. А, еще подарили вот такие чайные ложечки. 5 штучек красивые. Так, что еще? И конвертик. Сказали специально купить себе духи. Вот еще такие духи нарисованные. Куплю себе духи.
Класс. И сейчас цветочки вам покажу. Вот такую бабочку мне сделала Дотя на трудах с бисера. Положу ее в машине. Будет у меня талисманчиком. И еще цветочки такие у нас. Это мои орхидейки. Цветут и пахнут. Все с ними хорошо. Вот такие котики подарили. Котики вот такие. И сейчас покажу еще тюльпаны. Вот такая открыточка. Здесь святом. И вот такие тюльпаны. Бесподобные. А вот эти пролиски мы нарвали в лесу.